Привет! В этом видео я хочу тебе рассказать о том, куда я инвестирую свои деньги. После того, как ты создал многочисленные источники пассивного дохода, когда у тебя пошел кэшфлоу, я настоятельно рекомендую брать минимум 30% от денег, которые у тебя приходят, и реинвестировать их, чтобы эти деньги работали на тебя и делали еще больше денег. Я инвестирую в такие штуки, как акции, ETFs и P2P кредиты. Вот что это такое, как это работает, я тебе сейчас вставлю вырезку из моей аудиокниги, где я подробно объясняю, что это такое. Почему это стоит делать, особенно тем людям, которые копят деньги и до сих пор сохраняют их на сберегательных книжках, которые деньги уничтожают вместо того, чтобы их сберегать. Вот обо всем этом вся важная, конкретная, четкая информация ты сейчас узнаешь из этой аудиовырезки, из моей аудиокниги. А затем я тебе покажу в конце уже этого видео конкретно, в какие акции и ETFs я инвестирую деньги и какую платформу я лично использую для инвестиций в P2P кредиты. Если тебе все это интересно, оставайся и смотри это видео до конца. После того, как ты создал свой первый источник пассивного дохода, логично было бы заняться автоматическим пассивным умножением полученных денег. Итак, самый простой и логичный способ автоматически умножить полученные деньги – это использовать силу сложного процента и создание следующих новых источников пассивного дохода. О том, как создавать новые источники пассивного дохода, я тебе уже рассказал в этой книге. Используя каждый из перечисленных мною способов, ты можешь создать бесконечно много проектов, то есть источников пассивного дохода. Давай поговорим теперь про сложные проценты и умножение денег. Эффектом сложного процента принято называть процентную прибыль, которая прибавляется к основной сумме денег, а затем создает новую процентную прибыль. Слишком заморочено? Окей, давай посмотрим простой пример. Предположим, что ты вложил 1000 евро под 10% годовых. Через год у тебя уже будет сумма 1000 евро плюс 10%, то есть 1100 евро. Твоя прибыль в итоге составляет 100 евро. Допустим, ты решил оставить 100 евро на второй год под те же 10%. Через 2 года у тебя накопится 1100 евро плюс 1100 евро, и все это еще плюс умноженное на 10%. В итоге у тебя получается 1210 евро. Как ты видишь, процентная прибыль за первый год 100 евро прибавилась к основной сумме денег 1000 евро. И на второй год уже сама генерировала новую прибыль – 210 евро. И так далее. Именно это и называется эффектом сложного процента, когда процентная прибыль прибавляется к основной сумме денег и затем сама генерирует новую процентную прибыль. Теперь, как же ты можешь использовать эффект сложного процента для размножения своих денег, причем максимально пассивно и эффективно, без наличия большого капитала для инвестирования? На момент написания этой книги я лично инвестирую свои деньги из моих пассивных источников дохода по четырем направлениям: саморазвитие и окружение, P2P кредиты, ETF фонды и криптовалюта. Про саморазвитие и окружение, думаю, все понятно. Без прокачки мозгов и связей новых пассивных источников дохода не построить. По крайней мере, это будет тяжело и очень долго. Конкретно я инвестирую в книги, в тренинги, в коучинги и всякие семинары. Второй вид моих инвестиций – это P2P кредиты. Система P2P кредитования peer-to-peer по-английски, то есть от равного к равному, соединяет инвесторов и заемщиков напрямую между собой, исключая дорогих посредников, как, например, банки. В итоге все остаются в шоколаде, ведь благодаря этой системе инвесторы-кредиторы могут вложить деньги под большие проценты, а заемщики могут воспользоваться, в свою очередь, дешевыми кредитами. P2P платформа анализирует кредитоспособность заемщика и проверяет инвестора.
Таким образом, она выступает в роли посредника и получает за предоставленные услуги определенные комиссионные проценты. Инвестировать в P2P кредиты может абсолютно каждый человек. Минимальная сумма инвестиций составляет всего 10 или 15 евро. Я это делаю, например, на платформе Mintos. Ссылочку на эту платформу ты также найдешь в печатной или же в электронной книге. Там очень удобно можно настроить автоматический план инвестирования и получать таким образом до 20% прибыли от инвестиций. А вот теперь представь, что ты кладешь деньги каждый месяц не под подушку или банк, чтобы их сэкономить, а инвестируешь их в P2P кредиты. Ни один банк Европы на сегодняшний день не даст тебе таких больших процентов на твой вклад. А если ты будешь экономить и инвестировать деньги таким образом несколько лет подряд, используя силу сложного процента, тогда у тебя накопится очень приличная сумма денег. Главное – подкидывать деньги каждый месяц и не снимать накопленную сумму денег с твоего счета. Пусть это будет некая подушка денежной безопасности для тебя. Я бы порекомендовал не меньше 100 евро в месяц инвестировать в P2P кредиты, а лучше больше. Прибыль от твоих инвестиций в P2P кредиты облагается налогом только в тот момент, когда ты хочешь вывести деньги. Высота налога зависит от многих личных факторов. Тут рекомендую тебе обсудить этот вопрос с твоим штойербиратором. В основном налог составляет от 25 до 28%. Конечно, есть льготы, которые позволяют уменьшить налог на прибыль с P2P инвестиций. Но опять же, зависят эти льготы от твоей личной финансовой и жизненной ситуации. Поэтому лучше обсудить этот вопрос с твоим штойербиратором для более точной и конкретной информации. Как и любой другой вид инвестиций, инвестиции в P2P кредиты имеют свои риски. Они минимальны, но они все-таки есть. Поэтому лучше перестраховаться и не класть все яйца в одну корзину. Поэтому я инвестирую деньги не только в P2P кредиты, а еще и в ETF фонды. ETF – Exchange Traded Fund – это открытый инвестиционный фонд, паи которого торгуются на бирже. ETF представляет собой портфель акций или активов, товаров, сырья, облигаций, процентных ставок, валюты и так далее, чаще всего повторяющий какой-либо биржевой индекс, например S&P 500. Соответственно, покупая или продавая ETF, ты на самом деле торгуешь корзиной некоторых активов. Ты можешь открыть себе шпарплан из ценных бумаг в банке и каждый месяц класть на депозит определенную сумму денег. Твой шпарплан будет инвестировать положенные деньги автоматически в выбранные тобой лично ETF фонды. В долгосрочной перспективе таким образом ты сможешь сколотить себе приличное состояние, так как ценность ETF фондов растет каждый год, ну и сила сложного процента тут тоже действует. Главное не трогать деньги, которые тут собираются. Лично я инвестирую в ETF фонды для подстраховки своей старости. Очень рекомендую для этой цели Comdirect Bank. Я сам инвестирую в ETF фонды через них, так как на данный момент у них самое лучшее соотношение по цене, сервису и качеству. Кстати, если ты думаешь, что тут нужны большие суммы денег для инвестиций, то ты заблуждаешься. Начать инвестировать в ETF фонды через Comdirect можно уже от 10 или 15 евро. Конечно, чем больше денег ты будешь ежемесячно инвестировать туда, тем лучше для тебя самого. Но начать инвестировать, как я уже говорил раньше, можно даже с 10 или 15 евро. Это может позволить себе абсолютно каждый человек. В какие именно ETF фонды лучше всего инвестировать, зависит, конечно же, от твоих личных целей, стратегии создания богатства и рыночных предпочтений. Рекомендую тебе почитать форумы и книги на данную тему. Если ты совсем новичок, то лично моя рекомендация для твоих первых накопительных инвестиций в ETF фонды будет такой. 70% денег ты должен инвестировать в развитые страны, Developed World. 30% денег ты должен инвестировать в Emerging Market. Пример того, как выглядит такой шпарплан по инвестициям в ETF фонды, ты найдешь в печатной или же в электронной книге. Накопленные деньги через ETF фонды, естественно, также облагаются налогом. Но у тебя есть возможность поставить так называемый Freistellungsauftrag auf Kapitalerträge у твоего банка, в котором ты открыл свой депозит.
По немецкому закону у тебя есть Sparer-Freibetrag в размере 801 евро в год, которые не облагаются налогом. У семейных пар эта сумма равна, соответственно, 1602 евро в год. Опять же, твоя личная финансовая и жизненная ситуация играют большую роль, так как есть куча индивидуальных нюансов. Поэтому прошу не забывать, что эти рекомендации лишь мое личное мнение, и они ни в коем случае не заменят консультации у сертифицированных финансистов и штойрбераторов. Для более точной и подробной информации рекомендую обратиться к твоему штойрбератору или финансовому консультанту. Окей, если тебе это видео понравилось, то не забудь поставить лайк и поделиться этим видео со своими друзьями, а также подписаться на мой YouTube-канал. А если ты хочешь узнать, как можно создать пассивные источники дохода в Германии через интернет, какие методы есть, то заходи прямо сейчас на мой сайт, ссылочка будет в описании под этим видео. Заходи прямо сейчас на мой сайт ilyapanomarenko.com, и ты там найдешь всю подробную информацию, какие способы есть, как можно это все сделать. Также я открыл онлайн-школу, где я обучаю запуску книжного бизнеса на Амазоне в Германии. На моем канале здесь очень много информации про книжный бизнес. Также в этой онлайн-школе я буду добавлять в ближайшем будущем новые видео, где я буду рассказывать и показывать новые способы, то есть не только книжный бизнес как запустить, а как другие проекты делать через другие способы, чтобы ты в результате, как это сделал я сам для себя, мог создать себе множественные, многочисленные источники дохода в Германии через интернет, которые будут тебе затем, когда ты все это сделаешь и запустишь, которые будут тебе через некоторое время приносить пассивный доход, которые тебе будут на автопилоте приносить прибыль. Вот если ты вообще хочешь вот такое, но не знаешь, с чего начать, то тебе подойдет пакет Light. Всего 27 евро стоит на сайте leoponomarenko.com. Заходи, смотри, читай, там три пакета. В пакете Light, в первом пакете, ты можешь как раз вот проинформироваться, получить всю подробную, четкую информацию, какие способы есть, что я использую, как я это делаю, все подробно расписал. Можно получить бесплатную консультацию, можно получить мою книгу в аудио и электронном формате, где все пошагово описано, 5 шагов к созданию пассивного дохода в Германии с нуля, книжка называется, плюс кучу всяких разных других бонусов. Если ты хочешь, если ты знаешь уже, что хочешь там пойти на обучение, что ты хочешь именно создать уже свой пассивный источник дохода, тебе нужно тогда идти на обучение ко мне в онлайн-школу. Обучение годовое, и стоит оно всего лишь навсего 37 евро в месяц. И дорогу сейчас перехожу. Вот, всего 37 евро в месяц. И в течение года
ты запустишь один или два источника пассивного дохода через интернет в Германии. Доступно абсолютно каждому, но кто реально хочет что-то вот создать, замутить, вообще недорого. 37 евро в месяц абсолютно может себе позволить любой и каждый человек. Ну, и если тебе нужна, то есть если ты знаешь конкретно, что ты уже хочешь, какой способ использовать, но ты пока не понимаешь, как тебе начать, то выбирай просто третий пакет. Если тебе также нужна персональное сопровождение, персональная работа со мной, где я тебя возьму за руку и проведу из точки А в точку Б. Вот если тебе такое нужно, то выбирай третий пакет. Мы с тобой встретимся онлайн, побеседуем в течение там получаса или одного часа. Познакомимся, я пойму, чем я могу тебе помочь. Я тебе дам четкий пошаговый план действий, который для тебя будет подходить конкретно в твоей жизненной ситуации, конкретно для твоего индивидуального способа. Вот. И далее, если ты захочешь этот план внедрить с моей помощью вместе со мной, если тебя все устроит и меня все устроит, тогда ты оплачиваешь годовое сопровождение, личное персональное сопровождение, и мы с тобой начинаем плотную работу. И за год мы с тобой создадим один или два источника пассивного дохода. Если нет, то будешь внедрять все это дело сам. То есть, ну, не вопрос. Бесплатная эта беседа тебя абсолютно ни к чему не обязывает. Ну и, конечно же, если тебе видео это понравилось и было интересно, ставь лайк, делись этим видео со своими друзьями, подписывайся обязательно на мой канал, прямо сейчас нажми кнопку подписаться и колокольчик нажми обязательно, чтобы не пропустить новые, следующие интересные и полезные для тебя видео. Если это видео также было тебе полезно, можешь поделиться им со своими друзьями и показать им, что вот есть такая тема, вполне, может быть, будет интересно. Ну и можешь добавляться ко мне в друзья в социальных сетях. Все ссылочки ты найдешь в описании под этим видео. Я есть в Инстаграме, я есть ВКонтакте, я есть на Фейсбуке. Добавляйся в друзья. Если у тебя есть какие-то вопросы, пиши мне. Я с удовольствием с тобой пообщаюсь, отвечу на все твои вопросы. И постараюсь тебе, для тебя быть максимально полезным. На этом все, друзья. Увидимся в следующем видео. Пока. Почему бы и нет? Подумал я. Я очень рада, что существуют такие авторы, как Илья Пономаренко, который мотивирует людей. Просто потрясающе. Илья не просто рассказывает про то, что вы можете сделать, а вот как мне очень нравится, он приводит прям пошагово, прям по пунктам. Как вы можете очень простыми способами заработать пассивно. Вкладывает в голову правильные мысли насчет дохода, насчет того, что действительно нужно шевелиться. И как это сделать так, что один раз напряжешься, постараешься, создашь свою систему, а потом ты просто с нее получаешь денежку. Оттуда 5 евро, оттуда 60, оттуда 100, а в итоге сумма получается с 3 нулями. Я написала ему еще и лично, и он в своей консультации очень подробно мне рассказал даже про какие-то финансовые аспекты, сколько это будет стоить, рассказал какую-то дополнительную информацию. И именно, знаете, не то, что общее, да, а то, что вот у меня был вопрос, а вот этот момент нужно сделать так или так, он говорит, лучше вот так, потому-то. Ведь сегодня так просто, каждый из вас может сделать бизнес. Вы делаете это один раз, и потом вам идет пассивный заработок на ваш счет в банке. И это просто супер. А мой мозг закипел. Не тратишь так много времени. Один раз создал, и затем, так сказать, пожираешь плоды. Другие специалисты в этом плане с вас попросят в десятки раз больше. Огромное спасибо Илье за его чуткость, понимание. Огромное спасибо за эту коуч-сессию. Я хочу сказать, что это была одна из лучших коуч-сессий, которые я проходила. Что бы я хотела, наверное, резюмировать. Если у вас есть какие-то идеи, но вы не знаете, как их реализовать, именно теряясь в большом потоке информации и не понимая конкретики собственных действий, чтобы прийти от вашего желания до конечного пункта, почитайте, пообщайтесь с Ильей, реально поможет. Очень советую. То, что ты для меня сделал, огромная благодарность еще раз. Удачи тебе и спасибо. Спасибо, Илья. Спасибо. Рекомендую вам Илью, чтобы вы достигли своих результатов и были эффективными. Ну что? Хочешь сам попробовать?
Если да, тогда под этим видео ты найдешь ссылочку, перейдя по которой ты можешь получить всю дальнейшую информацию о том, как я лично могу тебе помочь создать твой пассивный доход в Германии через интернет или научить тебя зарабатывать деньги в Германии через интернет. Спасибо за твое внимание, с тобой был Илья Пономаренко, мой сайт ilyapanomarenko.com. Я желаю тебе классного, суперского, прибыльного и солнечного дня. Увидимся с тобой в следующем видео. Пока!